Всем доброго времени суток, девочки. Сегодня у меня распаковочка. С чего я начну свою распаковку? Все товары, которые будут в видео, девочки, я ссылки буду оставлять у себя в телеграм-канале. Под видео в ютубе я ссылочки не оставляю. Переходите в мой телеграм-канал, все ссылочки будут там. Так, давайте приступим. Первое, что я хочу показать, даже не открывала. Я уже знаю, что здесь. Это заказано уже второй раз. Мне, девочки, это понравилось. Прошу прощения за шуршание. Это вот такой кофейный напиток, девочки. У себя в телеграм-канале я уже показывала девочкам вот такой вот кофейный напиток. Он идет в комплекте с шоколадом. Вкусный. Не знаю, кому как, но мне понравился с пенкой. Блин, ну вообще бомбезно. Буду и дальше заказывать. Так, давайте. Свет выключился. Так, ура! Свет включили. И я продолжаю, девочки. Давайте следующее, что я заказывала, девочки. Следующее я заказывала вот такую пластинку. Она была тоже упакована, как в мусорный пакетик. Это от Гостэмп пластинка. Она идет уже. Тут не посмотришь. Так, давайте посмотрим, девочки. Вот пластинка. С демо-листом идет. Это на Брат 2, Виктор Цой. Классная пластинка. Многие уже, я знаю, что такую пластинку заказывали. Здесь у нас идет пленочка. Одна. И вот она вторая, девочки. Две прозрачные пленочки. Гравировка хорошая. Вообще у Гостэмп мне нравится. Пластинки, гравировка хорошая. В конце видео пару рисуночков отпечатаем. Давайте дальше. Так, дальше, девочки, я уже открыла, потому что я не могла понять, что это. Но дальше я не открывала. Это гель прозрачный. И тут какой-то подарочек даже, девочки. Знаете, что я хочу сказать? У меня есть, конечно, один гель. Но чтобы вот такая вот махина, большая банка. Дата изготовления. Срок годности 3 года. Так. Это Зина. Это прозрачный гель, 100-граммовая банка. Сейчас я вам покажу. У меня есть... Зина, девочки, 100-граммовая банка. У меня здесь коверлифт. Но и посмотрите по сравнению. Какая эта 100-граммовая, какая эта 100-граммовая. Такая прям, кажется, бахина. Мне кажется, тут, наверное, второе дно. Не знаю, сейчас с вами откроем, посмотрим. Давайте посмотрим, что тут за подарочек был. Тропик. Крем. Какой-то, девочки, крем. О, артикул товара даже на ВБ есть. Все закрыто. И давайте откроем. Вот такой. Ой, как он вкусно пахнет, девочки. Ну, приятный. Ой, он обалденно пахнет. Буду пользоваться. Спасибо большое продавцу за подарочек. Классный. А, все, обалдею, как он пахнет. Даже не могу понять, чем... Не дынька, манго, что-то с манго, наверное. Так, давайте откроем вот эту баночку. Тут вот так вот запаяна она. Интересно, откроется? Естественно, все своими ногтями везде ковыряем. Ага.
И сколько тут она этой пленочки. Так. То, что он у меня лежал, девочки, вот он так. Он густой. Он вообще не текет. Короче, сейчас достанем, посмотрим. Но он такой мутненький. Я бы не сказала, что он прям, видите? Мне кажется, есть чуть-чуть такая мутность, непрозрачность сильно. Но он густой, девочки. Смотрите, какой густой. Густенький. Вот знаете, у меня прям так рука этим кремом пахнет приятно, вообще бомбезно. Смотрите, какой он густой. Мне интересно, он такой же нормальный, как вот и камуфляжи у них. Банка, банка, банка. Банка с таким полукруглым дном. Ну и давайте попробуем. Что его разглядывать? Все сижу, разглядываю, разглядываю. Давайте потестируем. Нанесу его в типсу. Брала его тоже для замесов, как и прошлые у меня были в прошлой распаковке прозрачный. Честно, он даже не выравнивается, девочки. Еле-еле вообще. Но как у меня рука пахнет, я прям тащусь. Отправила лампу на просушку. И давайте возьмем на пакетики, посмотрим. Конечно, опять же, в тонкий слой нанесу. И нанесу слой потолще. Так, и они мне тут соприкоснулись. Вот я сейчас, смотрите, он вообще еле-еле выравнивается. Так, девочки, пакетик отправила я на просушку. Типс у нас просохло. Здесь есть вот, вот здесь вот жирный. Типса такая, знаете, тоже такая чуть-чуть-чуть-чуть тепленькая, как и в прошлом у меня распаковке было. Ой, девочки, а он вообще мягкий. Короче, положу, пусть остывает. У нас просохло на пакетике. Вот кремушек тут как будто намазанный такой слой. А вот здесь вот на пакете горячневато, конечно. Нет, вот этот вот подпекает почему-то в типсе. Может, то, что типс уже у меня чуть-чуть полежало. Знаете, как я сейчас еще проверю? Сейчас пока вот у нас будут вот эти вот подсыхать. Смотрите. Так, смотрите, девочки, открыла опять. Беру вот пакетик, беру, наматываю себе, отрезала клочок, беру, наматываю себе пакет на палец. Да-да, на палец. Я же хочу посмотреть, подпекает он или нет. Вот здесь нанесу тонкий слой. Вот здесь нанесу потолще. И отправлю прям свой пальчик в лампу на просушку. И посмотрим. Я не буду ставить на паузу. Посижу вместе с вами вот. И посмотрю. Поставила на 60 секунд. В лампе 54 ватта.
Вот знаете, я сижу такое легкое-легкое, прям тепло. Чтобы вот так прям аж горел, нет. Хотя сколько уже прошло? Уже 30 прошло. Ага, вот смотрите, после 30 секунды уже начинает подпекать почему-то вот так вот. Но не сильно. Терпимо. Я вот палец вообще не вытаскивала с лампы. Осталось 9 секунд. После 30 секунды он подпекает, но прям недолго. И не сильно он подпекает, прям такой легенький-легенький. Все, вытащила. Нет, нормально будет. Я так думаю. Буду тестировать, конечно, на себе. Но у меня один есть. Он не подпекает вообще. Ну что, подсохло. У меня руки все липкие. Уже, блин, хоть и вытирала спиртом, все равно. Давайте смотреть. Вот на типсе что было, да? Смотрите. Он вообще мягкий. Даже вот на типсе он, девочки, он остыл. И он сломался. Но вот он. Я не переживаю. Почему я не переживаю? Так как в этот гель можно добавить полигель прозрачный. И он будет крепкий. Вот смотрите, в тонкий слой. Вот здесь вот. С трудом, но сломала. Вот эта потолще, она не сломается. Так, и давайте посмотрим, которая потолще. А потолще, девочки, я сломать вообще не могу. Вот как это? В типсе. Вот, сломала. В типсе сломался. Но здесь тут слой, конечно, какой толстенный. И вот еще у меня, которая... А тут вот, смотрите, какую. Короче, непонятно, почему так. Ну, я хрупкий. Я не переживаю. Как я уже и говорила, то, что я в самозамесы положу просто полигель прозрачный, и все. Так, давайте. Что зацикливаться? Гель, и он в Африке гель. Я всегда найду применение. Если даже мне гель не понравился, я его пущу в самозамес. И в самозамесе он прекрасно будет носиться. Уже не раз испытано так. Так, давайте дальше смотреть, девочки. Дальше. У меня было упаковано вот так. Конечно, я открыла, посмотрела. Знаете, этот пакет напоминает, как в какую-нибудь кафешку ты зашла булочку купить. Тебе вот этот пакет взяли и завернули. Было еще упаковано в пищевую пленку. Здесь, девочки, пластина для стемпинга. Пластина для стемпинга от Takeda. Made in Russia. Картонка нам. А мы на нее будем отпечатывать, кстати, можно. Здесь идет демо-лист. Мы вот здесь и посмотрим. Демо-лист. Это мультяшный. Демо-лист для клиента. Прям. Класс. Это мультяшный. Ну, смотрите, какие они махонькие. Ну, классно. Для маленьких ноготочков. Для моих можно увеличить. И где тот заяц, который я вообще заказывала? Из-за которого... Вот он. Я заказывала эту пластину. Ну, тут много еще интересных, кстати. Том и Джерри тоже интересная. Вот, зайчиха. Классная пластинка. В конце видео протестируем. И здесь у нас, девочки, пленка тоже прозрачная. Я не пойму, одна... Вроде бы одна. А там фиг и знает.
Нет, вроде бы две. А вторую, конечно, или одна. Короче, сейчас посмотрю. Посмотрела, девочки, за кадром. Нет, одна. Тут одна пленочка. В конце видео протестируем. Так, девочки, следующее было в коробочке. Это набор гелевых лаков для стемпинга. Я уже открыла, конечно. Вот так это все пришло. В комплекте, в наборе шла пластинка в подарок. Это вот тоже вот так все пришло. Вот так вот прям, да, девочки, вот так это все валялось прям. Это был набор. Набор из трех лаков для стемпинга. И вот такая вот пластинка шла. Давайте посмотрим. Мне просто стало интересно, девочки. Так. Кстати, гравировка хорошая у пластинки. Давайте еще раз вам покажу ее. У меня, кстати, такой пластинки нету. И шло три лака для стемпинга. Это вот название. Не буду коверкать. Язык. Время полного высыхания на воздухе 30 секунд. Не требует сушки в лампе. Срок хранения 5 лет. Нумерация 1. Белый. Пахнет. Как и все лаки для стемпинга. Так, следующий, второй. То же самое. Второй-то черный. И третий, четвертый, это, наверное, серебро. Да. Это серебро, девочки. Так, тестировать буду в конце видео, так как у нас осталось, девочки, с вами последняя на сегодняшнюю распаковку, последняя посылочка, последний заказик, и здесь тоже набор, и тоже набор для стемпинга, здесь было в наборе два лака для стемпинга и пластиночка, здесь должны быть черный и белый. Хорошо упаковано. Так, давайте откроем. Так, лаки второй открыла за кадром. И пластиночка. Здесь в наборе шла пластиночка вот такой вот фирмы. А здесь сам лак для стемпинга МК. МК, почему X? Не знаю, короче, не буду... Тоже коверкать язык. А пластинка, девочки, Fix Nail. К пластинке идет демо-лист. И что самое интересное, у меня тоже такой пластинки нету. Классно. Так. Здесь у нас одна синенькая. Ну и что, давайте сейчас и протестируем. Здесь у нас первые. Это белый. Знаете, они схожи. И по запаху, и консистенция. Вот с этими. Второй. Черный. Вот они. Пузырёчки вот одинаковые, девочки. У меня Кеша опять начинает песни петь. Так. Фан готовила коврик. Давайте отодвинем подальше. И начнем, как я
сделал распаковку, начну прям вот так и начну с пластинок. Пером. Ну и давайте тестировать. Давайте черный. Буду отпечатать на эту картонку. Пластина, я знаю, что хорошая. Ну, классно же. Так, давайте на этом черный. То же самое. Так, девочки, давайте другую пластинку. Это видео уже так длинно получается. Давайте это какой? Белый. Давайте белый посмотрим, как будет. Взяла крайний рисунок, блин. Вам не видно? Излишки я не буду ничего убирать. Прям так буду отпечатать. Давайте еще какие-нибудь рисунок отсюда возьмем. Хочу попробовать два взять сразу. Класс. Классно, девочки. Почистить надо штампик. Давайте сейчас грязь уберу. Так, девочки, давайте следующую пластинку. Вот эту вот возьмем. Давайте возьмем вот этот серебряный. Посмотрим. Давайте, наверное, еще серебряным также попробуем. Так. С этой же пластинки. Да вот здесь возьму прям. Ой, тут даже снежинка есть, девочки. Намахнулась на снежинку. Что поместится? Не классность цвета пластинок, кстати. И лаки тоже самые нормальные лаки. Знаете, что они напоминают? Эти лаки напоминают Диднейл или Диднайл, как они. Классные лаки, тоже мне нравятся. Потом напоминает вот эти. Флакончики одни и те же. И напоминает вот эти. Мне кажется, это все. А, ну и тоже. Просто сейчас я грязь уберу. Просто, мне кажется, знаете, как вот если взять все в кучу, допустим, все эти фирмы. Там есть еще, кстати, мне еще не дошли, есть еще, я решила же тестить, так тестировать. Самой интересно посмотреть, я забыла, как они называются. Придут, обязательно покажу. Просто этикетки клеить свои и все. А вся вот эта вот имена... Я говорю именно вот про лаки вот эти для стемпинга. Я не говорю про всю продукцию маникюрную. Давайте вот эту пластинку последнюю протестируем. Так, давайте возьмем отсюда лак. Белый. Я не буду выбирать рисунок. Я прям как вот она есть. Буду отпечатывать. Пигментация у всех вот этих, которые у меня есть, лаки хорошие. Смотрите. Давайте еще раз беленьким.
Вот эти. Ну классно, девочки. Это я тут смазала. Давайте черным вот этим последним сейчас посмотрим, как будет смотреться черным. Кеше стало скучно, и он решил попеть песни мне. Давайте вот здесь возьмем. У меня тут белый, я не вытрала скребок. Ну и ладно. Нормально. Девочки, пластина вообще классная. Я не пожалела, что я ее заказала. Хотя у меня пластин мультяшных тоже уже много. Давайте еще вот здесь вот. Ладно. Если каждый так рисунок отпечатать, это очень много времени займет. Как раз тут осталось место. Ну классно, девочки, сейчас убираю всю эту грязь. Ну что, девочки, вот такая у меня была небольшая распаковка и тестирование товарчиков из видео. Все ссылки на товары я оставлю у себя в телеграм-канале. В ютубе, еще раз повторяюсь, ни одной ссылочки я не оставляю. Переходите в мой телеграм-канал. Все ссылочки будут там. Надеюсь, вам понравилось. Ждите моих дальнейших видосиков. Я вам желаю хорошего настроения, здоровья вам и вашим близким. И будьте люди на позитиве, и будьте люди добрее.